Первый зампред Московской областной думы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина посетила Одинцовскую школу номер 12. Парламентария обсудила с директором школы Валентиной Холиной основные направления дальнейшего развития образовательного учреждения после проведенной реорганизации. Осмотрела большой и малый спортивные залы, раздевалки, школьную столовую. В беседе принимали участие представители коллективов, присоединенных к школе детских садов номер 18, 35, 79 и 39. Одинцовская общеобразовательная школа номер 12 является лауреатом различных всероссийских конкурсов и смотров, а в 2020 году вошла в топ-500 лучших школ Московской области.